сегодня я катаюсь вдоль реки Тичина. Здесь очень здоровская велодорожка. Она гораздо лучше, чем вчерашние кусты, по которым я продиралась. Здесь, конечно, тоже кусты, но здесь клёво жаба. Это буквально задворки аэропорта Малпенза. Только что откуда-то вот из тех кустов вылезли чуваки на велосипедах и сказали чао и поехали дальше. Короче, я пойду посмотрю, потому что кажется, что там просто река и вылезти неоткуда вообще. Как? Как они там проехали? Должно быть скользко. Да, кстати, я еще даже не вижу, куда это ведет, в какие кусты. Вроде ходишь по этим горам, ходишь, и все равно каждый раз не хватает, блин, дыхалки. Сегодня мы лезем на какую-то часть горы Монтероза. Здесь, короче, заманалось. А там вот красивые водопады. Еще до снега не дошли, до ледника. Как это называется? Короче, здесь очень клево, полно водопадов и совсем не холодно. Что в этих горах стрёмно, так это то, что здесь постоянно что-то грохочет. Ты, короче, не знаешь, если оно собирается падать тебе на голову. Надеюсь, нет. А мы топаем к озеру, которое внезапно образовалось на карте лет 10-15 назад. Короче, просто взяла и появилось озеро. Скорее всего, из-за таяния ледников. Короче, такая целая тропа к нему уже протоптана.
Вот, сходим мы посмотреть. Ну вот оно, наконец, озеро. Блин, не знаю, зачем мы сюда шли. Не знаю, чего я ожидала, но, короче, что-то какое-то оно не впечатляющее. Кажется, какой-то чувак вон там вот полез купаться, короче. Мне интересно, не отморозить ли это чувак глубинчики. Пипец, какая холодная. Хотя, ладно, зимой же купаются. Ну да. Тоже полез ножки мочить. Еще когда в ледниковом озере. Ножки помучишь. А, блин, короче. Мне уже холодно. О-о-о. Мама миа. Пипец, какая холодная вода. Ёлки-моталки. Чего только не сделаешь. Уже отвергло. Оно, короче, очень мелкое. Все, короче, хвост. У меня уж ноги, короче, все отваливаются вообще. Блин, что-то я потерял тропинку уже. Чёрт, я потерялась. Короче, придется ждать остальных и понять. Что-то здесь вообще не видно, куда топать. Вон они идут. Спасите меня. Лезем обратно. Обещают, что погода испортится, поэтому, короче, надо спускаться быстрее. Там выползают ужасно страшные тучи, вот там вот сзади где-то. А быть в грозу в таких горах, в общем, что-то не очень охота. Поэтому обратно будем бежать очень быстро. Туристическая тропа для экспертов. Когда вместо дорожки течет ручей.